Эге, ребятки, всем привет, всем привет, с вами Олег Огненный, мы продолжаем прохождение игры. А что за игра? Warcraft 3 Reforged, как я мог забыть, господи, господи, чем у меня занята моя голова. Ну что ж, мы продолжаем, и сегодня мы с вами отправляемся, получается, к Дольному Очагу. Наступление Плети. Ранним утром следующего дня Артас и Джайна подошли к Дольному Очагу, что я не помню это задание. Стратхольм, это следующее задание, где мы будем выжигать его. Это, получается, называется Дольный Очаг, да? А, я что-то забыл, как он назывался. Ну, хорошо, хорошо. Дольный Очаг, так Дольный Очаг, как говорится. Не суть важна, как называется миссия. Наступление Плети, самое главное, название идет Наступление Плети и так далее. Почему нет музыки во время загрузки? Меня это немножко раздражает. Как так можно музыку без загрузки играть? Как можно загружаться без музыки? Когда мы вышли из компании, ну вот я вышел из компании, я отошел, у меня получается этот, игра свернута была, но она все равно давала мне звук. Там типа победный марш. А здесь что такого? Почему нельзя так, а? Ай-яй-яй-яй. Ну давай. Капец, сейчас будем ждать, как этом. В Вархаммере тоже, да, загрузки по несколько часов. Но они там ждались загрузки по несколько часов, потому что там реально огромная компания и тому подобное. И то, в последних патчах Creative Assembly, они изменили все это. А что здесь так не так? Ага, отлично. Ну ладно, будем считать, что... Я соглашусь, все-таки нужно... Людям собрать данные и немножко перебить. Дольный очаг, наконец-то. Почему это называется Дольный очаг? Похоже, они готовятся к битве. Махач. Принц Ардас, ночью неведомо откуда появилась огромная армия нежити и атаковала наше поселение. Плохо чем? А сейчас враг направляется сюда. Проклятие. Джайна, я останусь здесь и буду защищать город. А ты найди лорда Утера и расскажи ему о том, что произошло. Но... Джайна, иди. Дорога каждая секунда. С этим я согласен. Нужна сила. То мне не хватает моей силы. Постой. Что было в этих ящиках? Зерно из Андалара. Очередная поставка из Андарала. Не беспокойтесь, милорд. Зерно уже раздали местным жителям. О, нет. Нет. Выходит, эта чума не просто убивает моих людей. Она превращает их в нежить. К оружию! Ой, хороший. Правосудие свершится. Представь, сколько завалили они этих. Разумеется. Как так-то, а? Конечно. Твою мать, где мне дерево добывать-то? За честь и отвагу. А, продержаться 30 хороший минут. Пол. Не самый, конечно, этот. Конечно. Ну, сильное задание. Ну, сильное. Конечно. Не самое лучшее задание для чего? Потому что здесь реально можно проиграть. Вот просто тупо вы играете, играете, играете. В какой-то момент вы бац, вы проиграли, короче. А, волшебник может... Конечно. Ага. Снижаешь скорость передвижения и хороший атаки врагов. Пол. Ну да, можно. Конечно. Но... За честь и отвагу. Так, здесь что мы можем? Ёшки-матрушки. Так, свиток возвращения, камень ясновидения. Неплохие предметы, но пока что мне они не нужны. Сейчас я быстренько пройдусь по территории, да? Так. За честь и отвагу. Где враг? Конечно. Ну, пойдемте быстренько разрушим. Я так думаю, никто если. За честь и отвагу. Куда стрелять? Конечно. Твою мать, вы чё? Блин, а. Хороший план. Ох, ты ж. Исследование завершено. Так, то, что исследование завершено, это хорошо. Так, давайте сразу этот, это. За честь. Хорош, все, пойдемте-ка. Хороший план. Нежить. Разоритель, да? Девочки-матрешки. Разумеется. Да блин, а. Я тупо не успеваю, вот. Конечно. Прям этот. Фокус идет и все. Разумеется. Хороший план.
Конечно. Ладно, поехали, чё. Посмотрим, как мы справимся. Нет, давайте как к башням отойдем все-таки. Все-таки мы отойдем к башням. Так, поехали. Желательно всего, конечно же, поставить несколько башен. Дополнительные башни, это будет очень хорошо. Армия нежити на подходе. Держать строй. Ну так, надо тогда уничтожить ее. Мы не должны эту армию. Нет, так, у меня третий уровень, замечательно. Исследование завершено. Ну, что подлагиваешь-то? Исследование завершено. Слушаюсь, милорд. Но. Я пошел. Но. Дело. Конечно. Да? Хорошо. Такс. А, быстро строим так, потом строим еще пару казарм. А, строим мастерскую. Кузница построена, это построено. И получается башни. Я пошел. Слушаюсь, милорд. В прошлой миссии меня башни очень хорошо так выручили. Меня башни очень-очень хорошо выручили. Хороший, поэтому я надеюсь, меня здесь они тоже выручат. Так, следующий. Блин, древесины не хватает. Че под... А, только-только сейчас, да? Чего? Исследование завершено. Иди, древесину добывай. Да? Тоже древесину не добывай. Древесины, я смотрю, мне прям вообще охренеть как надо будет много. Ну, вот сюда, да? Конечно. Блин, кстати, благодаря тому, что у меня броня уже, ну, усилена, и я неплохо наношу, неплохо защищаюсь, это хорошо. Почему дозорных башен это? Разумеется. Опять за работу. Блин, почему дозорных башен уровень защиты тяжелый? Точнее, тип защиты тяжелый, как-то не очень, если честно. Так, 150, 100, хорош. Дел сделано. Хороший план. Да, есть такое дело, за работу. Так, хорош. Посмотрим, что здесь у нас. Твою мать. Разумеется. Ощути мой гнев. Ну, зато нету зомбарей. Ого, свиток исцеления. Ну, не нужен он мне. Точнее, просто тупо места нету для свитка исцеления. За честь и отвагу. Конечно. Дело сделано. Дело сделано. Так, идите, добывайте ресурсы. Хороший план. Да, план-то хороший, а вот только реализация его пока что слабовато. Завершено. Так, ага, есть. Конечно. Золото добыч идет стандартное, хорошее. Конечно. Угу. Идем сюда. За честь и отвагу. Хороший. За честь и отвагу. Так, отлично. Мурлоки. Нашлись мурлоки, возможно, здесь кто-то есть. Недостойное создание. За честь и отвагу. Да, ваш свет. Иди добывайте ресурсы. Опять работу. Ну я пошел. Беги, беги. Разумеется. Так, отлично, и... За честь и отвагу. Благодарю вас за помощь. Базу напали. Пожалуйста, возьмите это. Мать твою, а. Да, ваше высочество. Дайте, я кого-нибудь зарублю. Чё, а, спаги скороходу? Блин, нет, спаги скороходу. Хотя было бы неплохо. Разумеется. Так, хорош. Так. Недостаточно золота. Исследование... Бегом. Да, я уже понял, что у меня золота вообще нету. Ни черта. Где враг? За честь и отвагу. Так, о, господи, местный фермер Марк. Блин, спаги скороходы, ну, не знаю. За честь и отвагу. Не, не вижу смысла сапках скороходов, честно. Это здорово. То, что есть тебе подвластна магия, это круто. Так, мастерская есть? Есть мастерская. Так, это осветительный заряд. Чем я могу помочь? Вижу. Разумеется. Отступай. А, хотя нет, зачем отступать? За честь и отвагу. Нападаем прям так. Разумеется. Конечно. Поздно просить пощады.
Нужно быстро вот это вынести. Хорош. Да, лично. Так, броня для рифлов. Супер. Так, вы идете сюда. К бою. Да-да-да. Так, в основном здесь будет так. Да, чем больше этих, тем лучше. Я исцелю эти земли. Давайте вперед. Так. Улучшение завершено. Отлично, башня пошла. Так, вот по поводу золота. Так, есть здесь свиток исцеления? Нет, нету. А, как сказать? Ну, пойдемте, получается, я сюда схожу. По поводу... Нужно больше ферм. Блин, фермы закончились. Твою дивизию, а. Да, вообще. Угу. Ну, я пошел. Здесь нельзя строить. А ты построй. Нельзя, но ты построй. Так, дайте-ка я вот эту штуку продам. Исследование завершено. Так, свиток исцеления. Во. Я могу еще не купить? Недостаточно золота. Блин, пеньки. Ну ладно, хрен с ним, что нет золота. Пойдемте сюда. Чего? Принц Артас. Да, вижу. Мы обнаружили большой караван нежити с грузом зараженного зерна. Нужно остановить его, пока он не добрался до других поселений. О, хорош. Да, постараемся его уничтожить. Ну, здесь не самый, видите, тут по 200. Ну, 1008, конечно, мы уже. За моего отца. Хорош. Так, это херовое. Так. Не-не-не-не-не, отходим. Назад. Кто-нибудь ранен? Так, ты сюда, вы сюда. Нужна моя помощь. Никто не смеет предавать свет. Приказывайте. Ах ты ж, мать твою. Да, ваше высочество. Больно. Нашу базу. Приказывайте. Так, все, короче, отходим нафиг сюда, не могу я. Я не выдерживаю урон. Эти земли. Свет благословляет меня. Наши войска атакуют свет. Все же. Нам где? Нашу базу напали. Ой, мать. Кассир. Я помогу. Так, есть? Живой. Кто-нибудь ранен? Норму. Все правильно. Так, бегом. Да? В смысле опять за работу? Работа, и тебя тут, на тебя тут нежить нападает, а ты работать не хочешь. Что такое вообще? Объясни мне, пожалуйста, а, лошара, блин. Хорошо. Опять за работу. Угу. Слушаюсь, милорд. Кто-нибудь ранен? Так, с Харпу. Слушай. В смысле? Господи, а Артас-то где? Ёп, твою мать. Я служу свету. Так, да, я где думаю, враг? Три. Так, должно хватить. Так, футманы. Сюда. Чем я могу помочь? Пока что неплохо справляется, но нужно побольше, конечно, этих девчонок. Мне не хватает ни маны, ни сил, ничего. Они как-то двигаются. Я вообще хотел вот сюда прийти, потому что здесь у нас находится этот ресурс, мы можем построить. Улучшение завершено. Я служу свету. Дело сделано. Поздно просить. Видите, нахер этого не разорить. Задолбал. Некромант. Я служу свету. Хорош, давайте посмотрим, что у нас там. Опять заработать. Так, да, все работать. Да? Я пошел. Блин, не-не-не, вы потом сюда идите. Опять заработать. Вы лучше сюда, и потом опять сюда. Слушаюсь, милорд. Где, в Караганде? Так, сколько нужно? Отлично. Я служу в свет. Я пошел назад. Чего попросишь? В чем проблема? Тебе нужна моя
Такс. Отлично. Надо разогнать, так сказать. Все хорош. Где враг? Ощути мой гнев. Я помогу. Я служу свету. Так, идем сюда. По этим. Принц Артас. Караван заразил второе поселение. О, нет. Но должен так кричать. Я помогу. Сейчас пойдем в ту сторону. Свершится. У меня есть свиток исцеления. Это большой плюс, конечно, для меня. Жалко, что у меня нету этого воскрешения. Это бы очень мне сильно помогло сейчас. Например, если бы кто-то погиб бы из моих, да, солдатов. Из моих солдат. Было бы намного круче. Так, давайте, давайте. Блин. Так надо обходить, что ли? Не так быстро. Давно пора. Наши войска атакованы. Правосудие свершит. На нашу базу напали. На что жалуетесь? Не развеет их, да. Кто-нибудь ранен? Давай там внутренний огонь накидывай. Слушай. Ага. Свет. На нашу базу напали. Свет благословляет. Неплохая мысль. Мы победим. Правосудие свершится. Правосудие грядет. Без промедления. Господи, он мне тут пишет что-то. Не хочу я отвлекаться. Давай, давай, быстрее, быстрее. Нет, не убьет. Отлично, отлично, отлично. Хорошо. Победи. Опять за работу. Да. Опять за работу. Такс. Здесь нужно. Такс. Вы вдвоем сюда и сюда. Я служу свету. О, отлично. Тут всем раскидали этого. Внутреннего огня. Хорошо. Быстрее, быстрее. Не, вы что делаете? Если мы потеряем груз, повелитель сдерет с нас шкуру. Да, есть такое дело. Я помогу. Так, пока я справляюсь. Ну, пока что только силы. Кстати, да, надо это включать. Что, есть скелеты? Не, вроде скелетов как нет. Ой, хорош. Если что, воскрешение сделаем. Повинуюсь. Я помогу. Блин, я вот выбираю только его, да, например, чтобы это. Ну, почему не делается. Так, ну поехали, фокусом. Фокусом, фокусом, фокусом. Блин, отлично, почти настроил. Правосудие свершится. Где враг? Я служу свету. Так, здесь есть скелеты? Отлично. Свету, чтобы зараженное зерно больше возвращение. Так, медальон храбрости, класс. Кстати, классная вещь. Дело сделано. Ага, так, поехали. Это как раз вот нужно, да. Хорош. Медальон храбрости 4 интеллекта и силы. Это вообще шикарно. Хер тебе, тварь. Отлично. Так, вы сюда, превосходно. Что-то строительство такое слабенько как-то идет. Так, поехали. На нашу базу напали. Свет благословляет. Правосудие свершится. Так, ну это мелочь, это понятное дело. Там бубух, вот так делаешь и все, и красота. Шрапнели у меня нет. А, у меня есть вот эта штука, которую нужно изучить. Так, отлично. Девчата, вы как там живете? Хорошо у вас. Недостаточно золота. Сколько еще? 13 минут. Ну, нормально так, нормально. Можно даже вообще на эту базу можно уничтожить. Кстати, она как уничтожает, смотрел я спидраны. Здесь, короче, делается с помощью мортир, получается, движение. Ставится Артас и, получается, мортирами закидывается. То есть они идут, а мортир его расстреливает. У Артаса много сил, то есть большое количество сил и так далее. То есть поэтому легко. Так, мать интеллект, давай возьми. Тут... Это будет очень хорошо, то есть дополнительная мана и все такое. Так, давай вот так вот.
свет благословляет меня. Улучшение завершено. Я служу свету. Я служу свету. Кстати, самый сильный лич, некромат, находится именно вот здесь-то. Как всегда, эльфам приходится всех спасать. Не хочу быть немножко, ну, необычным. Короче, мне кажется, но... Они изменили сложность этой миссии. Раньше она была чуть посложнее, это было реально заметно. Да. Правосудие свершится. Ну, если что, например, так просто будем бегать. То есть, большой плюс, то, что у меня две армии, например, хоть на какую бы ни напали, я просто приведу их этот. Да. Я просто приведу, например, с другой стороны, и вуаля, все, красота, все убиты. Эльфам приходится. Все сделано. Так точно. Есть, господин. Свет благословляет. Если ты настаиваешь. За моего отца. Хорош. За указание. Ах ты ж. Бывает. Ладно, ничего страшного. Это малое, честно. Только того, что можно было бы отдать. Ну, если ты настаивал. Так, футмана сюда. О, у меня, оказывается, футманов такой красота. Одно ваше слово. А, я думал, у меня чуть меньше футманов. Ага, вы все сюда. Улучшение завершено. Так точно. Чего? Ты где там? Хорошо. Ага. Я помогу. Ой, как там тебя убить-то, ёп. Театр, а? На что жалуетесь? Ага. Я служу свету. Как всегда, эльфам приходится всех спасать. Свет благословляет. Что прикажешь? Где враг? Блин, рифует как-то. Больно бьет. Я помогу. Нормально. Че там? Ага. Странно, что здесь рифл погиб. Ой, фу, футбол погиб. Я помогу. Просто реально такой хоп. Страшно. Ага, так вот там. Да? Блин, поганище-то, серьезно, дядьки. А он жрет. Он жрет, короче, восстанавливает хп. Давно пора. Я служу себе. Правосудие свершится. Да ясень красень. Ну, неплохо, кстати. Да. Есть такое дело. Так, поехали, строим лесопилку здесь. Там можно строить, рот закрой только, ладно. Так, здесь быстренько сейчас все построят нам. Здесь более-менее есть сила, есть защита. А, так, я бы вот этих вот поставил. Мортирки. Я помогу. Кстати, дополнительный урон, дополнительный свет уровень. Благословляет. Неплохо. Мне уже очень-очень все хорошо. У нас осталось 10 минут. Как всегда, эльфам приходится всех спасать. Да, мне уже подсказывают. Уже подскажут, что осталось еще 10 минут. Да, ваше высочество. Да, конечно. Да. Ёб твою мать. Правосудие свершится. Ни хрена себе, он выбирает на всей компании. Ой, на всей карте этих. Как интересно, это не очень хорошо. Так, орудие. Ага, удерживай позицию. Так, вы сюда. Мы все здесь. Блин, капец, у нас как надо восстанавливать-то нас всех, а? Молодцы. Мать твою, а? А я не успею, да? Я служу свету. Да, я просто тупо не успею. О, ополченец. Я помогу. Ну, давайте попробуем, но... Я попробую, конечно, прийти, но не факт. Не факт, что получится. Здесь слишком много всего. Никто не смеет предавать себе. Блин, ну не спорю, я, конечно, скелетов смогу развеять. А, нет, даже скелетов не развею. Ладно, хер с ними. К бою! Да. Кстати, страшнее всех почему-то вот именно вот с этой стороны приходит. Хотя я его знать не могу, может быть. Нет, ну ладно.
Я добыл свои ресурсы, то есть я сделал армию, армия у меня есть, поэтому проблем, как говорится, нет. Всех недостаточно золота. Правосудие свершится. Я служу свету. Да, да, да. Сделаем так, чтобы у них ману восстановилось. Жалко, нету Джайны. Если была бы Джайна, вот это ее аура здесь, бы они столько ману восстанавливали, вообще. Да, регенерация хорошая, представьте, еще больше. Где враг? Это вообще же шикарно. Нужно больше ферм. Готов? Неплохая мысль. Готов, да, готов. Сэр! Да, сэр. Чего? Хорошо. Хорош. Слушаю. Все, вперед. Лорд. Добывайте там дерево. Тут уж ничего не осталось-то почти. Свет благословляет меня. Нельзя ускорить. И это самая высокая сложность. Я прокачал все вообще, все, что можно было. Ну, кроме вот, например, этого. Где скелеты? Не вижу скелетов. А, нет уже скелетов, сдохли. Я служу свет. Я помогу. Хорош, хорош, хорош. Хватит жрать. Ну, если войска атакованы. Че, рифла взять? Давай рифла возьмем. Свет благословляет меня. Ага. Я служу свету. Почему я помогу больше всех? К бою. Неплохая. Готов. Правосудие свершится. Что прикажешь? Нормально, нормально. Нет, стрелки, конечно, вообще, знаете, стрелки стали страшными. Это, блин, вот такая вот штука у них, которая наподобие штык-ножа, это вообще мощно. Где враг? Мощно, мощно, мощно. 6 минут, вот самое ужасное это ждать. Чё, блин, мне нет этих... Ферм нету, ферм нету. Опять за работу? Да. Угу. Слушаюсь, милорд. Да. Я помогу. Так, одна ферма, сколько мне дает пищи? Да? Одна ферма дает мне, блин, 6 пищи, понятно. 6 припасов, хорошо. Хилят, хилят, молодцы, да, прям вообще красавцы. Блин. Кто-нибудь ранен? Тут косяк, короче. Из-за того, что мои, они почему? Это я болезнь, я не знаю, я не знаю, как от болезни вылечится. Ее от нее не лечится. Это жопа. Где враг? От чумы она... У нее, по-моему, 3 минуты, что ли, действие. Достаточно долгое действие, и ты ничего не сможешь... Мы будем драться за Лордерон! К оружию! Наши войска атакованы! Свет будет управлять! Я служу свет! Я помогу! Где враг? Капец, что народу, ёпта. Тут что, пацаны? Так, ну поехали. Я так думаю, надо воскрешать. Я помогу. Я служу свету. Неплохая мысль. Свет благословляет. Я помогу. Так, вы возвращаетесь. Эльфам приходится всех спасать. Я помогу. Базу напали. Да, да, вижу, вижу, вижу. Где враг? Я помогу. Ощути мой гнев. Правосудие свершится. Я служу свету. Где враг? Правосудие свершится. Отлично. Я помогу. Где враг? Давно. Свет пора. Благословляет меня. Недостаточно золота. Ну, все, что вот есть. Осталось 900 золота, ну и 4 минуты. Где враг? Жду указаний. Я помогу. Да уж, вот это где будет враг? Последняя бита шикарная. Но, блин, из-за вот этого болезни, кто да? Ранен?
Это плохо. Приказывайте. Да-да, конечно. Из-за того, что есть болезнь... Есть, господин. Нам нашу базу напали. Твою мать. Так точно. Свет благословляет. Блин. Ладно. Хрен с тобой. Да, ваше высочество. Так, нет, вы сюда. Будет исполнено. Ты тоже сюда. По указанию. Я служу свету. Где это, нам падла? Нашу базу напали. Вон, правосудие бью. Настигло тебя. Блин, у него тут двойной урон. Но. Где враг? За моего отца. Я помогу. Хорош. Я служу свету. Три минутки. Отлично. Как всегда, эльфам приходится всех спасать. Свет благословляет. А, дайте этот. Правосудие свершится. Я помогу. Правосудие свершится. Нелегко быть принцем. Я прославлю имя отца и все королевство. Свет направляет мой путь. Свет, дай мне силы. Здесь я отдаю приказы. Я знаю, что делаю. Не нужно кланяться. Да, ваше высочество. Жду указаний. Ага. Приказывайте. И почему я не генерал? Щелкать я тоже умею. Я служу себе. Щелкать я тоже. Все умеют щелкать, это факт. Нормуль. Блин, за столько урона вот именно на осадного. Это еще шикарно. Правосудие свершится. Наши войска атакованы. Все, живы. Без промедления. Где враг? Я помогу. Блин. Я служу свет. Может быть. А? Блин, с двух сторон, короче, на нас напали, да? Я так смотрю. Ё-моё. Так, выйдите сюда, короче. Получается, все здесь. Так, отступаем к башням. Все, дальше сражаться. Так, здесь пацаны выдерживают, отлично. Вот. Так, здесь тоже, кстати, нормально так выдержали. Можно, ну, могли и проиграть, но все же. Ой, хорош. Я служу свет. Да я даже капитана не потерял, ни хера себе. Свет благословляет. Капец, союзников нету. Как так-то, а? Да сдохни ты уже, тварь, а. Это невозможно. Им нет числа. А ты не знал, что ли? Артас, ты дурак? Ты ж потом будешь угорать. Так, восстановим себе. Ага. Серьезно, ну как так-то, а? Я помогу. Так, хватит нахрен, сдолбал. Все, о, огонь, уничтожать. Блин, шикарно, конечно, выглядит. Но мы справились, блин, серьезно, капец. Да не так все было. Давай утро со своими 30 тысячами всадников. Свет, дай мне сил. Ага. Ура! Типа рыцари приехали, все, и все, это могут? Как так? Ты даже не представляешь, как вовремя ты прибыл. Хватит болтать. Рано праздновать победу. Вот и именно. Да, пошли махаться. Блин, Warcraft 3 же вышел. Ой, фу, Warcraft фильм, который вышел. Я удивлен, что тебе удалось сдерживать натиск нежити так долго. Ну, я крутой просто, не то что ты. Знаешь, Утер, я сделал все, что мог. Конечно, если бы у меня за спиной был легион рыцарей. Сейчас не время для споров. Это только начало. Ряды армии мертвецов пополняются каждый раз, когда гибнет кто-то из наших солдат. Значит, мы должны сразить их повелителя. Если понадобится, я сам отправлюсь в Стратхольм и убью Малганиса. Тише, мой мальчик.
Несмотря на всю твою храбрость, тебе не удастся в одиночку победить того, кто командует легионами мертвых. Тогда счастливо оставаться, Уда. Я ухожу. С тобой или без тебя. Утю-утю. Коквый орто зелёй. Ладно, мы продолжаем зато. Ну как продолжаем? Я вам говорю всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии. С вами был Олег Огнен. Увидимся в следующей серии. Стратхольм. Очень шикарная серия. Всем удачи. Пока-пока.